другая, и что их Бог может избавлять их от всякого зла. Устав от грязи своей жизни, я ежедневно искала избавление и встречи с великим и таинственным Богом Израиля. Приходили клиенты, которые воевали с Израилем, которые видели, вы слушайте, это специальный народ. Там у них нету то, что мы судим. Прелюбодействием, гражданский брак нет. У них четко все по закону. У них все нормально, хорошо. И тогда что? Эта грязь у нас. Она слышала это. Это как-то пришло, вы знаете, в ее сердце. И она томилась, она хотела этого. Кто-то великий Бог, который может эти вещи делать. Она много слышала чудес и знамений. Вот пришел шанс. Кто стучит, тому отворяют. Кто ищет, тот что? Находит. Вот однажды Иисус Навин посылает своих двух соглядав в Иерихон и говорит: «Тайно пойдите и посмотрите эту землю». И вот два юноши пришли в дом, который имя Раав.